Три человека погибли. ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск, которую прозвали трассой смерти. Предварительная причина ЧП уже известна. Водитель легкового автомобиля при обгоне совершил выезд на встречную полосу движения. Рулевой легковушки и его два пассажира скончались на месте происшествия. По предварительным данным, прибывшей на место следственно-оперативной группой было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 АМИЧ 1971 года рождения при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с большегрузным автомобилем Ивеко.